Александру Киселеву всего 18 лет, но многие запорожцы знают его как активного волонтера благотворительного фонда «Счастливый ребенок». 30 августа он и его близкие попали в ДТП. Служба скорой помощи доставила всех раненых в Запорожскую областную клиническую больницу. Мы правильно поставили диагноз, диагностировали своевременно закрытую травму живота с повреждением селезенки, была клиника геморрагического шока. Вот поэтому больной был срочно взят в операционную, выполнена операция, лапаротомия. Также у Саши обнаружили сотрясение головного мозга и перелом бедренной кости. Сегодня его перевели из реанимации в отделение хирургии. Затем им займутся травматологи. Чувствую себя лучше намного, чем в тот момент, когда меня доставали с машины, когда мне прижала ногу. Ну, врачи относятся очень хорошо, стараются, чтобы я выжил, чтобы все было хорошо, у меня еще молодой, вся жизнь впереди. Больница обеспечивает своих пациентов необходимыми лекарствами и донорской кровью. Но для более эффективного лечения Александру Киселеву и его другу, тоже волонтеру Вячеславу Агаркову, которого лечат в отделении травматологии, нужны дорогостоящие лекарственные препараты. Если вы можете помочь ребятам, позвоните в благотворительный фонд «Счастливый ребенок». Номера телефонов на ваших экранах. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, ТВ5.